Военные пенсионеры будут добиваться повышения выплат в суде. Напомню, они просили увеличить денежное обеспечение с начала этого года, но министры навстречу пока не идут. Поэтому бывшие силовики требуют обязать чиновников пересчитать им пенсии. Иск подготовили эксперты Института социальной защиты граждан, основателем которой является Наталья Королевская. Они на протяжении ни одного года не пересчитывают пенсию, отменяют ранее принятые решения о перерасчете пенсии с 1 января 2018 года. Поэтому мы требуем, чтобы власть выполнила законные требования.